Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим. И рядом со мной драгоценная моя супруга Лариса. Еще раз привет. Привет. Приехала. Лариса приехала. Такая радость, такое благословение. Я так рада, что приехала, что мы вместе опять, слава Богу. Расстояние, наоборот, укрепляет наши отношения. Еще крепче, еще лучше, еще страстнее. Слава Господу за его благодать и милость. Ну что ж, мы продолжаем тему, которую я начал два эфира тому назад. А, кстати, всех зрителей приглашаю, кто смотрит меня на YouTube, кто смотрит меня в записи, кто смотрит нас со спутников, приглашаем присоединиться к эфиру. К Дом Веры, интернет-община. И сегодня у нас тема о гордыне. Гордость и смирение. Ну, скажи несколько слов о гордыне на камеру, пожалуйста. На какую? Вот на эту камеру. Что такое гордыня? Это такая тема, очень, наверное, важная, основополагающая для нас, потому что, когда человек гордый, он всему противится, он думает, что он все знает, все умеет, и это мешает ему приблизиться к Божьему сердцу, это мешает ему смириться перед Господом, потому что без Господа мы потеряны, без Бога мы обречены на самоуничтожение, я бы так сказала, потому что, пребывая без Бога, человек уповает на свои силы и уповает на свои возможности. И рано или поздно, конечно же, эти силы истощаются, возможности заканчиваются. И Господь показывает, что человек ничего не может без Него. И из-за этого, именно показав, что человек полностью пропитан грехом, а гордость — это является грех. Это грех. Это вообще первый грех, вообще-то, если это самый первый грех в истории всего, в истории. Ну, там трудно сказать, что было первым. Ну, гордость грехом. У дьявола. Гордость. Ну, дьявол да. За гордость согрешил, а ты за какой грех? Я думала про за Адама. Еву? Почему все думают про первый грех? Думают про Адама. Сразу... Даже не про Еву. Даже не про Еву думают, потому что Ева же первая согрешила. Адам? А кто первый укусил яблоко? Ну, она-то укусила, плод, и ничего не, яблоко, не произошло. Плод. А вот когда Адам вкусил, тогда уже начались проблемы. Вот, люди, послушайте, когда Адам кушает, кто его кормил? Кто? Хорошо. Дорогие мои, так, это камера, наверное, да? Дорогие мои, мы с вами говорим о гордости. Вы знаете, есть симптомы. Вот чтобы узнать, болеешь ты или нет какой-то болезнью, нужно узнать вообще, какие симптомы. Поэтому я обращаюсь сейчас к каждому человеку. Зададим, вот я такие выписку сделал, да? Гордость всегда уверена в своей правоте. Вот что бы ни происходило, гордость всегда... всегда она знает, что я права. Даже если я не права, я все равно права. Гордость всегда, она имеет такую 100%, на 100 миллионов процентов, что она правее всех остальных. Второе. Гордость любит, она верит в своей непогрешимости. И даже если она... грешит, она думает, это специально, или даже если, давай же вот так, если человек ошибается, он говорит, ну это я специально сделал, чтобы вам показать и так далее. Гордость не признает никогда свою слабость. Гордость любит учить и поднимать свой голос, а сама учиться не любит. Гордость похоже, любит мы все горды. Поучать. Что-то ты перечисляешь все пункты, и я думаю, о, так это все у нас присутствует. Это только до второго пункта я дошел. До второго пункта дошел. Она любит учить. Она любит рассказывать. Она не любит учиться, она любит умничать. Я прям себя узнаю. Гордость превращает диалог, беседу в монолог. То есть гордость легко берет и, когда идет беседа, она превращает беседу в монолог, где все сидят, слушают, а вот этот умный вещает мудрость вечную, и народ благоговейно воспринимает. То есть любая беседа у гордости превращается, в конце концов, в монолог. Идем дальше. Следующий пункт. Так где ты такой нашел? Она любит выигрывать. Гордость любит выигрывать. Она любит
она любит всегда выигрывать. В спорах, в первую очередь, наверное, в спорах. Если гордость не выиграла, она не останавливается, пока она не выиграет. Знаете, пока она не выиграет. Недавно со мной человек начал спорить. И он мне рассказывает, сказал, я считаю, не считаю так. Но он мне рассказывает. И я второй раз попытался сказать, что это не так. И он продолжает, говорит мне, внушает мне, знаете, вот когда люди не разговаривают, а внушают тебе в сознание, они внушают тебе вот это, вот так. И я думаю, замолчу. И я замолчал, это буквально неделю назад было. Слушаю. Ты решил смириться. Не, я просто решил заткнуться. Я просто думаю, не буду, потому что если я что-то слово скажу, это я должен еще буду 5 минут выслушивать ахинеи, что мне будет доказывать. Чтобы сохранить с человеком отношения, я подумал, знаете что, пускай вот поговорил, он говорит, и он уже весь когда выпалился, я смотрю на него, улыбаюсь, и он говорит, ну ты согласен? Я говорю, нет, не согласен абсолютно. Он говорит, что ж ты молчишь? Я говорю, а зачем говорить? Ты определился сомнением, я определился сомнением. Я с тобой не согласен. И не буду аргументировать даже, почему не согласен. Ты же не хочешь услышать. Он говорит, нет, да. И опять пошло по новому кругу. И вот здесь гордость, она любит выигрывать в спорах. Теперь, следующий пункт. Гордость порождает недоверие. Вот так. Она порождает недоверие, и гордости очень трудно поверить, что кто-то может сделать лучше, чем я. Гордость так говорит, неужели кто-то может сделать лучше, чем я? И она не доверяет, она сама пытается сделать все, как ей надо, она сама пытается сделать все, как ей хочется. Гордость она хочет сделать так, как она считает нужным, потому что она верит, что она правильнее всех и умнее всех. Следующее. Гордость порождает зависть. Если же все-таки гордость обнаруживает, что кого-то лучше, она говорит, я тоже так хочу. Вот такое. Следующий пункт. Гордость рождает в нас чувство, знаешь, какое? Что нам все должны. Точно. Все должны сделать все, что я хочу, чтобы было сделано. У меня вот такое чувство, что все должны. Вообще, я думаю, что когда ты читаешь эти пункты, их каждый человек может обнаружить в себе. Это как раньше была такая медицинская энциклопедия, когда люди открывали эту медицинскую энциклопедию, они находили, что же у меня за болезнь, я там кашляю, там еще что-то у меня происходит. И когда они начинали читать симптомы болезни, то они обнаруживали, что они болеют такими страшными болезнями, что все эти болезни сопровождаются такими симптомами. Гордость. Я еще добавлю 2 пункта. Можно еще 2 пункта? Гордость, она всегда ищет выгоды для себя. То есть она хочет, чтобы было выгодно мне. Она во всем ищет выгоды. Гордость очень обидчива. Она такая обидчивая, она вся, когда человек, это манипуляция через обиду. И гордость подталкивает тебя в круг людей, которые не только уважают, но и считаются твоим главенством. То есть гордость тебя подталкивает в то окружение, где тебя считают главным. И гордость тебя туда влечет. Я хочу туда идти. Там, где меня принимают, где меня признают. Да. Вот такая вот история с гордостью. Ну, прямо, и знаешь, как это сканирование через все пункты мы просмотрели, и я думаю, что каждый человек может обнаружить у себя эти пункты. То есть по всем этим пунктам мы можем обнаружить, что у нас гордость у всех присутствует. И эта гордость — это часть нашей греховной натуры. И она у нас живет внутри нас. Мы родились с этим. Каждый ребенок рождается уже с этой греховной натурой. И вот поэтому, когда Господь смотрел на землю и что произошло с человеком, Он сказал: безнадега, полная безнадега. Невозможно никакими философиями, никакими лекарствами, никакими методами исправить
то, что человек унаследовал. Гордость не может радоваться за кого-то, она не может искренне радоваться. Если она радуется, то она так, ну ладно, ладно, посмотрим, посмотрим. Гордость, она знаешь, как говорит? Она так говорит. Вообще тонкая психологическая наука. Она вот так говорит. Она говорит, ну посмотрим, долго ли продержится это, когда у кого-то успех. Ну, посмотрим, да. Вот увидите. Время покажет. Да, время, о, время такое покажет. Вы все, все поймете, что, что на самом деле. Вот так вот. Ну, так мы говорим о гордости и понимаем, что гордость, она присутствует в каждом человеке. Я в последнее время размышляю, последние годы я очень сильно размышляю об этом и вижу, что христианство... последние десятилетия там, или вообще столетия, а постоянно разбирается с грехами людей, постоянно выискиваются грехи. То мы обсуждаем один грех, то другой грех, то третий. И этих грехов у нас множество. И мы когда читаем Священное Писание, мы видим, что они присутствуют в нашей греховной природе. И вот гордость, да, гордость — это очень основной, скажем, грех. Это то, что, как написано, гордость предшествует падению. Когда у человеческого сердца появляется особый уровень гордости, каждый человек горд по своей природе, но есть разные уровни гордости. И когда человек очень сильно начинает гордиться, это предшествует его падению. То есть он начинает медленно падать. Он теряет друзей, он может потерять работу, он потеряет здоровье и так далее. Но мы не об этом сейчас говорим. И наверняка в эти передачи вы вспоминали о том, что Люцифер — это денница зари, это тот, который был херувимом осеняющим возле престола Божьего, возле славы Божьей. Он разносил эту славу, он впитывал в себя эту славу, он был особенно сделан, у него была особенная одежда, музыкальная одежда, которая переливалась разными красками, разными гармониями. И когда он впитывал в себя славу Божью, он разносил ее по всему небу. Он воспевал, вот через эту одежду эта слава Божья отражалась. И он как бы воспевал и говорил, какой великий Бог, какой он славный, да. Какой он чудесный. Он должен был разносить по всему творению, по всей вселенной. Я не знаю, что тогда еще существовало. И он... как бы пел, воздавал славу Богу, да, и да, все да, это да, да. Искрилось, переливалось, это славословие, гармония, хвала, но поклонение. Он очень и потом, когда он увидел, что, о, вау, круто, это легко, я впитываю славу, я ее разношу, так я могу быть таким же. Он подумал так, и гордость пошла, появилась в его сердце, он находился среди огнистых камней, там, где престол Божий, и он принял эту гордость, этот грех, взял в себя, появился откуда-то он у него. И он подумал, что я могу быть таким же, как Бог. Чтобы мне все поклонялись, чтобы восторгались не Богом, о котором я им рассказываю, а мной, потому что я несу эту славу. Да, гордость любит, чтобы ей восторгались, комплименты давали. Гордость все время хочет знать. Она вот так про себя рассказывает, 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 и она говорит, говорит. А потом говорит, что я все про себя, да про себя. Уж лучше выскажите, что вы про меня думаете. Я так вот раз, как один человек сказал такое. Он говорит, что я все про себя, да про себя. Вы уж лучше скажите, что вы про меня думаете. И когда эта гордость обнаружилась в сердце Люцифера, то мы читаем, что во мгновение ока он был сброшен на землю. Он был сразу же отторгнут от места обитания в словословии, в святости, в чистоте. Потому что грех появился, и этот грех, он этим грехом поделился с человеком. Когда обманул человека в Эдемском саду, он сразу же эту дозу впихнул в человеческое сердце, и человек стал греховной сущностью. Он принял эту греховную сущность через непослушание и так далее. Но это может быть какие-то теологические Итак, споры. Итак, давайте зададим Я вопрос. Я не хочу идти в подробности, как? Но... Как победить грех гордости? Давайте это хороший вопрос. Евреям, вообще грехом заражены все. Да. Ой, ты сильнее, ты лучше, все, все вокруг подталкивает, гордись. We are the champions, да, my friend. Мы даже детей воспитываем, да. Вселяя в них гордость, чтобы да. они... Гордились своими чтобы, заслугами, да. медалями. Это хорошо, в принципе. На определенном уровне плоти, познания плоти, это нужно. Интересно, да. Такая, так нужно или не нужно? Это нужно. Потому что если так по этой философии двигаться, вообще никто не будет ничего достигать.
Вопрос достижений и вопрос самопревозношения. Проблема не в достижениях, проблема в том, что мы начинаем хвалиться, мы начинаем собою восхищаться, восторгаться, признавать свою особенность, признавать свою славу, признавать себя, я велик, я прекрасен и велик. Хорошо. Евреям 12 глава, с 1 стиха. Написано такие слова. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащий нам путь, поприще». Второй стих. «Взирая, смотря при этом, мы будем двигаться, смотря при этом на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия». И третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Итак, взирая на начальника и совершителя веры, давайте пройдем наш путь. Смотрите на начальника и совершителя веры. Апостол Павел нас обращает обратить свой взор, призывает нас посмотреть на начальника, совершителя веры. Увидеть в себе этот порок, бороться с ним. Когда Иисус Христос ходил и учил, он оставил такое Луки 22:26. Давайте откроем. Луки, Евангелие от Луки, 22 глава, 26 стих. Иисус делает такой хороший поинт или заметку о власти. Читаем. Я буду читать 22 глава, 26 стих, как я уже говорил. Давайте заметим, я буду читать Луки 22:26. «Итак, пусть больше из вас станет, как меньший». Ага. Пусть вот вся концепция «больше», а управляющий будет подобен служащему, начальствующий как служащий. Вопрос. Мы не так должны поступать, как этот мир. Мы должны поступать по концепции «больше да будет меньше». Иисус сделает еще одну комментарий. Давайте просмотрим Матфея 11:29, где Иисус говорит: «Научитесь у меня кротости и смирению». Научитесь от меня. Угу. Научитесь у меня, да, кротости, смирению. Ибо я кроток и смирен. Послушайте, перед нами сейчас вот этот слова Иисуса Христа. Кротости. Возьмите иго мое на себя. Научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Научитесь от меня кротости и смирению. И найдете покой душам вашим. Другими словами, когда вы хотите достичь гармонии в вашем сердце, гармонии вашей внутренности, необходимо начать обучение, необходимо начать учиться у Иисуса кротости, смирению, сокрушению. Помнишь, что рассказано про сердце сокрушенное? Что? Сердце сокрушенное и смиренное. Господь презрит... Смиренного и сокрушенного, да, сердца. Когда мы смотрим на сокрушенное сердце, когда мы смотрим на кроткое сердце, кроткие наследуют землю. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Научитесь от меня смирению. Он смирил себя, быв послушным. Да, это, наверное, самое главное, с чего вообще христианин начинает свой земной путь, познав Иисуса Христа. И заканчивает. Еще больше становится кротким, еще больше доверяет Богу. То есть, что вообще произошло с христианином? Каким образом происходит эта метаморфоза, это изменение нашего внутреннего сердца? Когда мы приняли Иисуса Христа, Писание говорит, что мы родились свыше, родились в Его Царство, приняли Его семя праведности, приняли Его как основу нашей жизни. Иисус — это тот, кого мы приняли с вами. И не просто... как на стороне стоящего Спасителя, который говорит: «Ребятки, заходите, вот я ваш хороший друг, я умер за вас, заходите в мое царство». Мы приняли Иисуса, чтобы Он жил внутри нас, и Он поселился внутри нас,
И теперь задача каждого христианина, верующего, сына и дочери Божьего, дать рост этой личности внутри нас, чтобы мы начали преобразовываться в его образ, о чем мы с вами и прочитали, о чем Максим сейчас прочитал, Евреям 12 глава, что взирая на начальника и совершителя веры, когда мы начинаем смотреть на Иисуса, мы видим, что Иисус – это эталон совершенства, это абсолют совершенства. Он, в нем Божье благоволение, он есть источник праведности, святости и чистоты. И поэтому, когда мы взираем на него, когда мы начинаем подчиняться ему, даем ему возможность проявляться через нас, тогда мы умаляем себя со всеми нашими качествами. Гордость, непослушание, раздражение, все плотские качества. Все, это, от всего этого нужно отречься, оставить, к этому призывает все Писание, оставь свое греховное и, взирая на начальника и совершителя веры, придите ко мне, труждающиеся обремененные, я успокою вас, взмотрите на меня, я кроток, научитесь от меня, я кроток. Он кроток, он оставил славу неба, подчинился Божьему плану, воле Отца Небесного и сказал: «Да, Отец, я люблю человека, я приду ради них на эту землю». И он в этом послушании, в кротости спустился к нам на землю и принес образ Бога Отца, показал образ любви, кротости, послушания, доверия и так далее. И а теперь смотри, значит, смотреть на Иисуса, не раздражаться, не гневаться, не спорить, правильно? Это возможно только тогда, когда у нас есть внутреннее соединение с Иисусом. Вот смотри, Олег Вандакуров из Алматы пишет: «Сегодня христиане предпочитают молчать и не лезть не в свое дело». Говорит, нужны обличители, сейчас у меня немножко ушло, нужны обличители, нужны те люди, которые будут говорить. Ведь является ли кротостью, когда ты просто как пацифист толерантен, тебе все равно, не все ли равно, что происходит? Вот вопрос, толерантность и такая терпимость. Ведь нужны же пророки, нужны же те, которые будут тыкать пальцем и говорить: ты грешен. Или нужно просто принять. А мы нуждаемся в обличителях, продолжает Олег Вандакуров. Вот очень вопрос. То, что говорит Олег, он говорит из Писания, потому что Писание говорит: обличайте. Угу. Но там есть очень хорошая заметка. Когда хочешь обличить, обличай с любовью. То есть, прежде всего, в кротости. В кротости, в любви. Просто когда человек наполнен любовью, знаете, мы готовы всех обличать. И от этого обличения уже все поуставали. Когда христианство постоянно тыкало и говорило: 7 смертных грехов, 10 смертных грехов, и только о грехах и говорили. А теперь давайте поговорим о том, кто, пребывая внутри нас, освобождает нас от греха. Больше акцент сделаем на Иисуса. И если мы хотим сделать кому-то замечание или помочь человеку, давайте так скажем, обличить, наверное, мы его, это слово воспринимали, это тыкнуть пальцем, сказать: ты такой-сякой-сякой. Но на самом деле слово обличить, это другое имеет значение. Это помочь человеку выйти из проблемы, в которую он попал. Если человек живет в грехе и не видит, что он живет в грехе, то тот, кто, если ты выше этого человека, если ты не живешь в этом грехе, то спустись так в своей любви к этому человеку, помоги ему выйти из этого греха. Вот в чем является обличение, что помоги человеку выйти из этого греха, в любви обличи. Конечно, там есть пункты дальше, если он тебя не послушал. У нас остается одна минута эфира. Вау. У нас сегодня поздно, мы начали из-за технических проблем, так что приносим извинения. Приносим извинения, у нас остается буквально сейчас, смотрю на компьютер, 8:43. У нас эфир закончится на телевидении, да? Да, на телевидении закончится эфир. Дорогие мои, вообще тема важная. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас, чтобы Бог направил вас, Бог поддержал вас, чтобы Бог укрепил вас. Благодарим вас за то, что приняли с нами участие. Мы еще один день возьмем и будем говорить о гордости, будем говорить о смирении и обличении. Вообще тема интересная и важная. Хранит вас Господь. Мы ценим, благодарим, благословляем каждого из вас, провозглашаем благословение над вашей жизнью во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. С вами был Максим. И Лариса. Покажите, Лариса. Покажите, пожалуйста, Лариса Максимова. Мы любим вас и всем говорим пока-пока. Пока-пока.
Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.